что российские войска отходят, это уже привычно. Куда важнее, почему они отходят. Дело в том, что в Украину начало прибывать подкрепление. Это 10 тысяч украинцев, которые лучшие из лучших, проходили 3 месяца переподготовку и обучение в Великобритании. При этом они прибывают, естественно, не сами, они прибывают с техникой. С российской стороны вот мобилизация. 300 тысяч человек, где-то плюс-минус, которые мобилизованы в так называемой первой волне, которая, конечно, совершенно не собирается останавливаться, а ее хочет держать автомат правильным концом, они не догадались уйти на болото за клюквой, а с другой стороны 10 тысяч человек, которые лучшие из лучших, самые мотивированные, самых мотивированных. Они воевали 8 лет с 2014 года, они воевали в начале этой войны, а потом они еще на 3 месяца поехали на подготовку учиться в войне 21 и даже 22 века. Вот как вы думаете, какой будет результат столкновения?